Детские игровые и спортивные площадки в Алтайском крае небезопасны. Об этом свидетельствуют результаты проверки прокуратуры края. Ведомство организовало ревизию после нескольких несчастных случаев. Один из них произошел в прошлом году в Барнауле. Третьеклассник после похода в популярный батутный центр сломал позвоночник. А буквально месяц назад еще один ребенок получил травму на детской площадке возле дома. Осмотрев около 400 площадок, прокуратура выявила почти 700 нарушений. Среди самых распространенных – отсутствие своевременного ремонта игровых зон, ненадлежащее содержание, несоблюдение правил эксплуатации и многое другое. За нарушение к дисциплинарной ответственности привлекли 52 человека, к административной – 11.